Доброе утро, уважаемые граждане. Секунду. Сегодня мы произведем запуск системы СССР. БГТ, бестопливный генератор СССР. До этого было показано с реле перед тем. Как я говорил, что они реле греются всегда. Сейчас пока мы, значит, работаем по схеме, то есть БГТ полуавтомат, то есть включаем, работает, пока батарейка не сядет, потом перебрасываем концы и по новой. То есть таким способом мы получаем, как говорится, это самое. Мы получаем пока до получения, как говорится, реле мощных, сейчас ищу в поиске, получаем такую систему пока полуавтоматическую. Итак, будем показывать. Так. Вот вы видите, значит, на своих экранах система, то есть силовой блок. Ну, это я показывал уже. Выпрямитель. Вот он, выпрямитель, видите, белый, без крышки, то есть не грелся. Выпрямитель, значит, рассчитан на 200 ватт. Итак, начинаем запуск. Начинаем запуск. Сюда, чтобы вам видно было. Запуск для обострения. То есть вам это поле видно. Я здесь начинаю, значит, подключение. Включаем фазу. Здесь уже все подключено. А далее включаем, значит, запитываем на 100 вольт. Запитываем на 100 вольт эту систему. Так. Вот включаем 19. 15 вольт включили, включаем пуск. Так, секунду, там не запустили еще. Вот запустили пуск, пошел, как слышите, пуск. 15 и 24, 44. И 25 69, и еще 25, где-то 95. А теперь включаем запитку. У нас пошло, значит, батарейка синяя дает питание, батарейка черная заряжается. Сейчас посмотрим. Посмотрим по зарядке. По зарядке. По зарядке посмотрим. Сейчас напряжение на нем. Меряем. Меряем напряжение. Так, у нас тут уже 14 вольт заряжается, а тут у нас 11,95 снизилось. То есть система вот таким образом работает. Вот, значит, здесь где-то 11,97 уже снизилось, она может до 11. А здесь уже до 14 зарядило. То есть идет, значит, на 12 вольт. То есть вот такая схема. Пусть оно работает. Такая схема вот работать может. Она полуавтоматическая. То есть
переключать надо все время здесь находиться. Как только достану реле, так будет полностью автомат. Если у кого есть возможность, вернее, кто знает, где продают такие реле, надо, значит, на 250 вольт постоянного тока. Нормально открытый, нормально закрыт контакт. Напишите мне внизу, дайте ссылку, и я куплю его. А на этом заканчиваем. До свидания. До новых встреч в эфире.